Мы сегодня будем делать обезьянку, символ 2016 года. Вот сделаем ее из бисера. Она будет двусторонняя, с глазками, с ручками, с хвостиком и лапками. У нее будет специальное крепление с карабином. Можно одеть как украшение, как кулончик, повесить на елочку, ну или просто подарить друзьям. Для работы потребуется разноцветный бисер, метровый кусок тонкой проволоки с закрепленным в центре карабином и, конечно, схема плетения сувенира. Нужно для обезьянки сплести 12 рядов. Из них 5 рядов – это будет головка, 1 ряд шейки и 6 рядов тельца. И плюс еще ручки, ножки, хвостик. Вот. Для того, чтобы начать головку, мы берем по 3 бисеринки, с каждой стороны одеваем. Затем с одной стороны добавляем еще 7 бусин, через них пропускаем противоположный конец проволоки, ее плотно затягиваем, получилась верхняя часть головы обезьянки. Дальше, опираясь на схему, сплетем мордашку, используем для этого бисер белого цвета и добавляем зеленые глаза и нос. Мы начинаем формировать ушки. С каждому кончику проволочки набираем 10 бисеринок, 8 бисеринок, поворачиваем, закрепляем на голове, опять протаскиваем проволочку насквозь. И выводим. Теперь набираем бисерины для первой лапы. Пропускаем через них леску в обратном направлении. Плетем аналогичным способом вторую лапу и переходим к созданию тела. Сейчас мы должны сплести 5 рядов животика. Вот таким же образом продевая бисерины и навстречу друг другу. И затем последний ряд мы начнем плести хвостик. Остались только ноги. На каждую вот эту проволоку нужно надевать по 12 синих бисеринок и по 3 белых. По 3 закручиваем как в кружочек, чтобы получилась сама ладонь. И вот сувенир оберег готов. Он займет достойное место в коллекции обезьянок, которые к Новому году изготовили начинающие мастерицы из села Калинина. Клуб рукоделия при местном ДК открылся лишь месяц назад. Но взрослые дети под руководством мастера Натальи Милентьевой уже на отлично усвоили азы бисероплетения. И более того, готовы обучать этому творчеству и мальчишек. Наталья Громашова, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.